Здравствуйте, это канал Максимадзе, и это новый выпуск на моду на игру, когда соседа, который представляют подписчики, ну или просто гости канала. Продолжаем смотреть на любительские шедевры модотворчества. Ведь они всегда удивляют нас чем-то необычным. И сегодняшний мод это медлей. Или если с перевода на русский, мешанина из разных модов. Судя по названию, YT-Alex-EM сделал его, который теперь YT-Alex-Anonymous. Или вот такой вот ник. Короче, здесь мы видим элементы хардкора вон. И давайте смотреть, вот еще элементы хардкора. Я сделал мод, который является коллекцией модов. Мои моды, когда соседа наркомедия, по-моему, мы играли в такой. Что еще, когда сать Вуди, хардкор. Ага. Капхед, когда соседа, когда соседа экстра, говнаторт с кремом и вишенкой на торте, электросвинг, и, ну и коллекция, это что вышло. По-моему, во все эти моды мы играли. Описание уровней тоже модифицировано. Хорошо. Вот этот интерфейс из какого-то мода, из которых мы играли, но вот из какого не помню. Но точно был такой интерфейс, я помню. По-моему, даже из недавних модов какого-то. А, проценты что-то не показываются. Опять этот глюк сработал. Дальше больше. Хочешь третий сезон? Я тоже хочу. Но интересных модов с третьим сезоном легко найти. Это да, согласен. Порой даже со вторым сезоном трудно найти. Так, ну тут... Ничего, по-моему, не изменено. Я имею в виду уровни, это касается. Давайте, наверное, даже перейдем сразу к другому. Удачи в игрании. Короче, вместо Джо какой-то чувак с спиной повернутый к нам. Давайте сразу к первому сезону перейдем. В воскресенье сет лежит и смотрит свой любимый фильм. А потом направляется на кухню, там поесть конфет. Вуди это не нравится, и он решает навестить соседушку. Чтобы пройти на 100%, начинай с кухни. Хорошо, как скажете. Кстати, расскажу вам одну новость, которую уже давно забываю рассказать. Я ее на стриме недавно рассказал. Короче говоря, вот Social Media Life Production, вы прекрасно знаете, кто это такие. И вот они... Вот Вуди возвращается в своей модификации, они сделали там под третьим сезоном еще 4 уровня, которые там типа из второй части, там написано продолжение следует. Шред Game Channel говорил, что в скором времени сделают первый сезон из второй части в Вуди возвращается. И, собственно говоря, также были намеки на то, что действительно выйдут эти уровни. Например, я сам в 2016 году спрашивал у них, когда будет обновление Woody Comes Back. Они сказали, просто пока ничего насчет этого не можем сказать. Это звучало действительно так, как будто они все-таки планируют что-то там сделать, но этого так и не произошло. Соседу пофигу. Ну и так вот, короче. А сейчас, вот они в этом году, уже после того, как начали обсирать меня, они теперь говорят, что они и не планировали
добавлять эти уровни туда. Они и не собирались продолжать это. Не собирались никакое обновление выпускать. Они не планировали это делать. То есть, представляете? Это. Как можно так врать нагло? Это ж пипец просто. Очевидно, что у них не хватает опыта на то, чтобы сделать эти... чтобы вместить вторую часть в эту игру. И поэтому, вместо того, чтобы сказать, что мы не можем это сделать, они решили вот так вот взять и соврать нам. Да, дьявольский сосед тоже из какого-то мода. Так, теперь у телеэкрана. Да, я помню кабинет, переправляемый как бы на кухню. Да, действительно, такой мод тоже был, я помню. Это холодильник такой, да? Такие вот дела, короче, с Social Media Live Production, с этими. Ну и вот, кстати, действительно, мы вот ждем уже этот ремастер, который они делают. Анонсировали еще в 2019 они его. Говорили, что в 2020 выйдет. И уже дважды как перенесли его. Дважды. Сначала на 2021 год, потом на этот, на 2022. И мои подписчики спросили у них по успехам. Они сказали, что они сделали только один из пяти режимов игры. Это и судя по тому, что они за два года сделали только один из пяти режимов игры, нам придется ждать, наверное, 10 лет, пока ремастер этот выйдет. Ну, может быть и нет, конечно, но все-таки я был прав, когда делал видео. Стоит ли ждать ремастер от Social Media Live Production? Я сказал, что в этом году, по крайней мере, не стоит, когда я в 2020 как раз таки делал это видео. Я говорил, что нет, ждать не стоит. Там даже три, по-моему, даты выхода назвали, типа, взяли. Ни одна из них не подтвердилась. Когда выйдет этот ремастер, фиг его знает. Могут, кстати, отменить его вообще релиз. Так же, как они это сделали с многими проектами своими. Я перечислю, кстати, какими. Во-первых, был у них в группе, даже до сих пор, по-моему, есть видео. Анонс Neighbors from Hell Free Play. Был тизер, и в описании было написано: загляни на жизнь Ротвейлера с другой стороны баррикады. Про эту модификацию я у них тоже спрашивал в 2016 году, они отвечали, пока ничего сказать не можем, тоже. Ну и никаких новостей, кроме этого тизера про это Neighbors from Hell Free Play, больше никогда нет и не было. И не будет. Кроме того, Neighbors from Hell Online еще... Они анонсировали, даже показывали, даже ссылку на сайт уже давали, где будет эта игра происходить. Но потом
И на этот сайт переходишь, и там написано описание, что это будет за игра. И было написано, разработка временно заморожена. И она до сих пор не разморозилась. Уже больше 5 лет прошло, собственно говоря. Больше 5 лет. Подвал можно попасть? Такое мы тоже в каком-то из модов видели. А, ну это анимация как бы из микса. Ну так тут нам ничего не надо. Давайте следующий уровень, потому что... Что с ящиком? Мы пришли за твоим чудесным пирогом, окей. Кроме того, еще они делали какой-то там конкурс. Создай лучший дом на... Когда соседа. То есть по комнатам, там предмет распределить и так далее. И лучшие этого дома попадет в нашу новую модификацию. И как вы думаете, что? Правильно, этого так и не случилось. Я помню, когда-то давно у них тоже в группе ВКонтакте описывал все вот эти проекты, которые они не выпустили. Они как-то там ответили, но точно не помню уже, как именно. Единственное, что я помню, это то, что ответили они не очень вежливо на это. Точнее, может быть и вежливо, но во всяком случае без какого-либо... извинения, так сказать, за то, что они не смогли это сделать. Не помню, как точно это было, года 3-4 назад, наверное. Хотя, может, и позже. Почему в шкаф залезть нельзя, а? Такие вот дела. А еще показывали как-то один раз экран, запись у себя публиковали. Нереализованный экран выбора персонажа в Вуди возвращается. Там типа можно было играть за соседа, за Вуди и за собаку. И, собственно говоря, там писали в комментах, и в чем причина отмены, и в чем причина нереализации. И никто не ответил на этот вопрос. И отвечу я. У них просто опыта не хватает. Вот и все. Еще, кстати, помню, был один раз какой-то коммент у них там. Под Вуди возвращается каким-то видео, что ли. А нельзя сделать точно так же, как на консоли игра, чтобы была... И там кто-то из Данил Гужвин, что ли, или как там у него? Один из этих. По-моему, он в Social Media Production состоит. Он ответил так. А это вообще возможно сделать? Я отвечу. Это вполне возможно сделать. Любую игру возможно сделать. Для этого нам нужны только опытные... разработчики. По-настоящему опытные, которые языки программирования знают и все такое. Так, любитель спорта. Ага, это тоже вроде бы помню, да. Гарри через окно тут заходит. Я помню этот мод. Мы можем его точнее подменить. А, вот он. Да. Это точно он. Я помню этот уровень, действительно. Это было.
Я забыл, что делает эта штука. Этот телефон пурпурный. А, это компьютер ему позвонили. Я вспомнил, да, был этот телефон. Фиолетовый или бордовый, или как его еще можно назвать. Я... Ой, блин. Ох, да Гарри. Ладно. Теперь давайте посмотрим на оставшиеся уровни, короче, не будем проходить уже. А то мы не успеем. А то не хватит времени на два мода. Здесь, ну вот, разве что Маша, и больше никаких изменений я не наблюдаю. Теперь вот это смотрим. Здесь тоже ничего уже не изменено. Давайте это посмотрим. Тут и описание изменено уже, я смотрю. Да, здесь изменено. Но изменено, я бы сказал, в худшую сторону. Ранним утром сосед решил приготовить чашечку кофе, чтобы взбодриться и пойти полежать на шезлонге. Но и про Сьюзи он тоже не забывает. Он берет лейку и поливает эти ароматные цветы, но Вуди не стоит на месте. Маленькую хрюшку теперь смотрим. Что сейчас было, блин? А вот такого мода я уже не помню. Чтобы были вот такие вот синие глюки. И вот такая комната в паутине все. Если это паутина вообще, конечно. Вот это, мне кажется, является небольшой отсылкой на микс. Теперь утренняя гимнастика, и тут уже хардкор, я смотрю, появился. Или нет? Нет. Ну вот и все, мы в общем проверили. Пора переходить к следующему моду, а перед этим оценить этот мод. Короче говоря, идея совместить, сделать мешанину из модов, это идея очень крутая, но реализована она тут недоцелостно, я бы сказал. Поэтому плюс-минус я поставлю этому моду. Ну, а теперь мы переходим к следующему моду. Май мод Цикок. Версия. Как-то так он называется, этот мод. И, судя по всему, это опять же какой-то текстурный мод. С перевернутым первым названием автор дымка кот. Хорошо, первые шаги. Я даже изменения в этом меню не вижу. Фу, вот ты картина, блин. И у Ольги голова растянута. Да, действительно, тут думай сам. Да, и мне даже думать не надо, как бы. Я и так все в курсе уже давным-давно. А это что за чудовище, блин? А-а-а, это коктейль с ртом и глазами. Ну, зашибись. Молодец. Да-да, я не молодец, а и молодец я, блин. Дальше больше.
Вот так главное. Секунду, там что-то про Эдрюсем было написано. Привет, ребята, ну или же Эндрюсем. А, то есть этот мод для Эндрюсема был сделан. Но, как бы мне этот мод тоже прислали. Ну ладно, хорошо. Кстати, что касается Эндрюсема. Вот у меня к нему немного вопросы небольшие есть. Почему мои комментарии от моего основного аккаунта у него все время улетают в спам, как будто он меня в черный список добавил. О, вот так объектив. И теперь и был у него стрим по GTA Vice City Definitive Edition. Я там у него спрашивал, из-за чего он такой. Ой, я случайно в черный список, может быть, добавил. Он там шарится, заглядывает, смотрит меня, нету, вроде как, не помню. Говорит, странно очень. И действительно странно. Потому что теперь комментарии мои пропадают и со стримовского аккаунта теперь еще. Меня это немного наводит на мысль, что Эндрюсем меня блокирует. Может, я ему не нравлюсь или что-то такое. Буду очень рад ошибаться. Надеюсь, что это неправда, учитывая, что все-таки недавно я кинул ему заявку в друзья ВКонтакте, и он меня принял. О боже. О боже. Это что такое? Пошло оно нафиг, короче. Так, сделал гадость. Короче, это говоря, как видите, это говномод. Текстурки опять. О. Ольга в... нормальные это и кофти, так сказать. Это хорошо, конечно. Но, блин. Эндрюсем, кстати, недавно делал видео коротенькое про то, что он там просил не присылать ему текстурных модов. Потому что это на нас кучило. И потом у него спрашивают, когда мод или что-то там такое. Что-то у него там постоянно спрашивают, и вот он ответил в этом видео. Я, в принципе, согласен с тем, в принципе, с ним даже, что эти текстурные моды уже вообще, короче, не то пальто. Одно и то же все время, причем часто бывает. Да, вот, к примеру, вот это. Вот эти вот... вот эта заготовка для дома, которая лежит в оригинальных файлах оригинальной игры. Это вообще что? Обезьяна, что себя считает королем. Которая живет в городе старинном, что спит на дне морском. Опять заготовка растянутая, только это что такое, блин? Баталии. Фаталии розовые, блин. Банный день. Опять заготовка. Да что же это такое, а? А, еще и два соседа. Короче. Это из Neighbors Back From Hell взято. Ну и в общем, я в офиге, конечно. Это говномод. И как я уже говорил, я передумал закрывать выпуск, рубрику моды на каждого соседа после 100-го выпуска. Теперь... просто это немного изменится. Теперь, значит, после 100-го выпуска выпуски с говномодами будут отдельно, с хорошими или средними модами отдельно.
На сегодня все. С вас лайк, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримерский канал, вступайте в группу ВКонтакте и, пожалуйста, старайтесь над модами посильнее. Эти моды текстурные, которые за 5 минут сделали, уже надоели как мне, так и Эндрюсему. Всем пока.